Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня продолжаем играть в игру под названием Isaac. И да, это у нас уже третье видео, и знаете, даже не прошло месяца, прошло всего пару дней, после чего я начал записывать это видео. Большое вам спасибо всем за советы, мне правда очень приятно. Многое прочел, многое не понял, многое забыл, ну хоть что-то, знаете, усвоилось, поэтому буду с вами честен. Но большое вам спасибо, я правда читал, я правда все старался. Также многие из вас мне советовали посмотреть каких-либо ютуберов, но я не смотрел, потому что я хочу все-таки сам как-то вот так вот привыкнуть, норовиться, и вот читаю только ваши советы в комментариях. Поэтому давайте-ка начинать у нас новый забег. Это уже получится пятый у нас забег получается. А мы только на обычном играем и тут сливаемся, блин, а я каждый раз все забываю. Так, атаковать мы, получается, вот стрелками ходим. Так, на Е-бомба, спейс-предмет. И мне сказали, что, кстати, активный предмет мы используем также на спейс, а пилюли на Q. И кратко. Я вообще не знал, на самом деле. Так, берем сюда. Чап-чап. Сразу же этот... Что он делает? Ты что, творишь? Он типа атакует ту сторону, в которую мы стреляем? Блин, мне говорят, вроде туда надо ходить, такие места. А, не в такие. Мне говорили... Ой-ой-ой-ой-ой. Не, смотрите, кстати, прикольный. Чел-то у нас выпал. Им бы норовиться. Им бы, в принципе, научиться играть. Так, вот здесь вроде магазин, но мне говорили по магазинам не ходить. Ну, подождите, давайте я проверю. Да, это точно магазин, я запомнил, что он так выглядит. Просто мне сказали, что вещи в магазине обновляются. Ой-ой-ой-ой. Смотрите, идет жрать. И ведь первоклассно. Так. Да подожди. Да подожди. Да подожди. Вот все. Сейчас так вот закидаем. Давай, атакуй. Блин, прикольный. Знаете, мне он нравится. Он, конечно, очень медлительный. Прям пипец. Ну, хоть что-то. Ой, ХП дали. И бомбу дали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Помогай, помогай, помогай. О, как он круто-то атаковал. Ключ дали. Какой-то у нас... Для первого этажа он как будто очень большой. О, монеты сразу две. Три? Подождите, что так много? О, подожди, я зря подобрал. Блин, мне надо было ХП тратить. Я не знал, что там сразу же выпадет эта штука. Там ХП 2, наверное, было. Блин. Ладно, это опыт, ребята. Там магнит какой-то. Я хочу получить магнит. Как будто мы его должны забрать. Так. Пипец. Мясо с ножками. С костями. Кто ты, короче? Оно еще живучее такое, это пипец. А что магнит будет давать? Я его хочу подобрать, но не знаю зачем. О, так тут вообще дофига всего. А у нас и бомбы две. Так что ладно. Опа, попал, попал. Опять попал. Так, мы не торопимся. Как же тебя это протаранить? Во, давай, 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 давай. Да как это? Как это он увернулся? Опа, еще один лопнул. И остается еще один. Да попадись. Наша битва будет величайшая. Опа. Ключ получили один. Сейчас здесь второй получим. Ну давай сначала, наверное, магнит заюзаем. Ну, точнее, получим. Магнитные слезы. Они типа к врагам будут магнититься. Скажите, пожалуйста, что да. Три ключа у нас есть. Уже это сильно. Блин, ну жалко, что я ХП подобрал. Я бы сейчас бы реально в той комнате налутался бы хоть как-нибудь. Что у нас будет? Опять ты? О! Ой-ой-ой. Я прям специально вот на него взлетел. О, зато посмотрите, как мой этот... Мое животное как атаковало. Как магнитные слезы работают? Ой-ой-ой-ой-ой. Мне кажется, нормально они работают. Так, у нас, смотрите, что есть.
я бы подобрал. Точнее, как там, ведь у нас есть столько хп, что нам целую одну школу вернет. Давайте хотя бы раза два себя задамажим. Опа, монетка. Все, хватит. Столько хватит. Я думал, что там по пол хп снимают, а тут нам сразу целое хп снесли. Так, и там еще какая-то штука. Блин, прикольно, знаете, за все время игры нам еще не проглоти приз. Крепкий орешек. Что нам дает этот крепкий орешек? Может быть, мы... А, хп, подождите, нам дали дополнительное хп? Если мы потратим... Оно у нас бесконечное, я надеюсь. Не одноразовое? О, не одноразовое. Ты участвуешь в благословении. Че это мне дало? Я, кстати, забыл, что тут есть огонь. Блин, и все. Ладно, давайте, мы только учимся. Поэтому если я еще одно потрачу, не страшно будет. А, все, теперь страшно. Даже ничего не получили. Кроме какого-то благословения, которое нам непонятно что дало. Получается, там вот у нас будет еще пол хп. У нас будет полтора хп. Из четырех возможных. Ну ладно. Ну ладно. Так, вторая комната. Отправляемся. Ключ. Используем ключ. А, я же испугался. Ты кто? Взрывоустойчивость. У нас еще теперь появилась. Ну ладно. Появилась и появилась. Но правда, что нам прям такого даст? Мухи. Смотрите, мух-то. Мы, наверное, всегда так мух могли мочить. Так, одна бомба есть. Так. Я забыл, как моего животного зовут. Точнее, как их называют. Я как-то в прошлом видео их по-умному называл, а сейчас все вылетело из головы. А, о, нет, нет, нет. Что у меня минус 64%, к чему это? Так, давай, дынь-дынь-дынь. Иди поешь, иди поешь. Ой, шотнул двоих, нифига. Еще один ключ, но у нас ключи дофига. Мне бы что-нибудь похиляться. Вот эти не трусы, ладно, они хотя бы сами трусы в основном. Вот с нашим животным нам будет попроще золотать. Ой-ой-ой, какой-то синявка. О, не плюйтесь. Опа, мух забили. А верхний, что вот верхний? Опа, нифига. Что это за бомба? Это наша бомба? Ух, это теперь наша бомба. А, магнитная фигня. Смотрите, они реально к нам магнитятся. То есть не наврали? Так, тут есть хп. А тут есть какой-нибудь камень с крестиком? Я его не вижу, он, по-моему, немного цветом отличается. Если я, короче, пробью... Вот здесь... Счастливый камень, теперь в подвале. Что это значит? Блин, чего не хватает? Что значит счастливый камень теперь в подвале? Если вы знаете, пожалуйста, напишите. Блин, я не хочу. Не хочу тратить бомбу ради одной монеты. Так что тут мы хотя бы получили хп дополнительное. О, опять вы. О, нифига. Нифига. Нифига, что не... Я даже ведь ничего не сделал. Они сами все уничтожались. Тут их еще что-то много. Опа, комната, которая наши хп тратит. Я бы туда сходил, знаете, если бы я уже не потратил почти все наши хп. Так, какая-то оса ненормальная. Опа, опа. Большая комната. А, хп. Так. Тут есть какой-нибудь камень классный? Я не вижу. Тут куча камней. И ни одного из тех, которые нам нужны. Опа. Опять вы. Опа-опа. Смотрите, как мы с нашим животным-то разваливаем. А он еще ловит. Он еще ловит в себя.
тут какой-то уровень длиннющий. Так, 2 хп у нас есть. Ага. Одна бомба есть. Блин, там есть и магазин. Я бы хотел вот это вот пробить. О, 2 бомбы, нифига я что. Я как будто чувствовал немного. О, нифига. Живем. Теперь бы я бы эту тогда получил. А вот в магазине, давайте посмотрим, что в магазине. Еще бомба. Лестница. Как будто бомба это неплохо. Как будто я бы лучше уже ничего бы и не купил, знаете. Так. Вот эти вот штуки, они тоже что-нибудь дают, не знаю. Я не знаю, сколько нам вот это за проход денег... Ой, хп потратить. Пол хп. Неадекват. Ключ и 2... А, это наше. О, еще и пилюля. Еще пилюля. Подождите. Мне сказали на Q, она используется. Что-то не так. Я как будто обоссался. А, то есть ее надо прям в бою использовать? Блин. Все, смотрите, зато мы теперь такие защиты дополнительные. Хоть и всего с одним хп. Там что-то как будто за нами пошло, я ж испугался немного. О, нифига. Чувствуется удача. Так, удача или хп? А, подождите. С крепким орешком нам уже дали дополнительное хп. Тут еще удача. Как будто удача будет получше, знаете ли. Какуля. Ду-ду-ду-ду-ду. Я заюзал, я не знаю, что мне дало. Ага. 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 Давай тут без этого. А, подождите. Куда у меня эти комары делись? Комары, вернитесь. У меня же комары летали. Ой, не надо тут нам. Не надо. Ой-ой-ой. Ну давай без этого. Оба-оба-оба. Тараним. Чуть-чуть хп. Все, уничтожили. Смотрите, и это пробили. Опа, завязали. Ложку получили, скорость. ХП куча. Откуда? Нормально. Так, что у нас сейчас третья идет комната. Еще хп нам дали. Это мы что такое? Откуда столько хп? Там какие-то комнаты гигантские. Я пока что не хочу в них торопиться. Хотя, даже не знаю. Так, чел, ну помогай. Ну помогай. У нас, конечно, хп много. Так, мы сейчас все равно... Во-во-во, давай. Да блин. Да блин. Я не готов был. Я просто реально не готов. Так-то все нормально. Они не сложные. Плюс бомба. Давайте пока что по маленьким пройдемся. А мы можем. Слушайте, как будто мы можем. А как мы откроем? Подождите. А мы сможем открыть? А нам, мы по воде отойти можем? Подождите, давайте лучше сюда зайдем. Пилюля, давайте завязаем. Феромоны. Телепилюля. Монетки, ключ. То есть нас секретку телепортировала. Звезды. А, что я творю, ребята? Я просто все использую. Я не понимаю. Где мы? Я попал в секретку, типа. Монеты залутал, 12 монет, то 13 монет. Такая это радиация. Что я как будто ультую. Массовое отравление. Нифига мы позеленели. Опа, нифига. Они что, сдохли? Уже?
Так, оно, короче, отдает. Ну, короче, забирает ХП, дает это. Дает деньги. Нам такое не надо пока что. Жесть! Жесть! Нифига. Что-то сколько удивлений. Слабительное. Обоссались. Увернулся. Так. Что-то тут куча входов и куча выходов. Мы отсюда и были. Сдохните. Реально сдохли. А! Не надо так поступать. И как нам теперь от ХП получить? И вот эту штуку как вот получить? Надо какие-то способности, да, иметь, которых у меня отсутствуют. То есть я просто ХП потерял. Я бы хотел зайти в магазин. У нас довольно-таки много монет. Давайте подберем. Ничего с ним мы не сделаем, да? Завязаем? Ничего не получили. Окей. Какие-то силачи. Так, вот эта вот дверь, которая закрыта, мне сказали, что она вроде бы открывается, когда у тебя только одно ХП. Золотое говно. О, нифига. Нормально. Ой-ой-ой. Эй-эй, а как? А вторую как? Чё, мы просто тратим ХП? Ладно, тогда нет. У нас мало ХП. Смотрите, мы открыли тайник, и вот здесь вот понятно, здесь вот мы и были. Пишите в большую комнату! Нифига. Чё ключик? У нас 4 ключа, это... Как будто перебор! Чё за гусеница? Чё за ещё одна гусеница? Нормально. У нас 15 бомб, откуда так много? Зачем нам так много? Тут как будто, смотрите, как будто секретка. Ладно, показалось. Но просто бомб настолько много, что можем взрывать. И здесь нет. Ладно, еще здесь попробую. И здесь нет. О, заскамили. Я бы хотел на карту посмотреть. То есть мы открыли все, кроме босса. У нас одно ХП. Че, предлагаю, наверное, нам все-таки идти уже на него. Пилюлю мы подобрать, ну, как бы не сможем. Нам жизнь немного дорога. Здесь мы ХП не заберем. Блин, начинали, так все хорошо. Мы сейчас будем бомбами стреляться. Мега толстяк. Опа. Опа. Нифига! Фигню не занимайся. Блин, я аж бомбы не туда просто кидаю. Ты адекват? Ты вообще, ты в порядке? Я сам на него налетел зачем-то. Зачем откинул? Кто откинул? Какули какие-то бессмертные. Сдохни, 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 сдохни. Он не хочет подыхать. Он хочет только блевать. А! Я же в него не влетел. Да нет! Да блин, мы друг друга уничтожили. Да как так-то? Блин, это очень обидно. Ладно. Это все равно это мой пока что самый успешный такой поступок, я бы сказал. Так, сюда мы зайдем, ладно. Пилюли. Ретровидение. Феромоны. Классно, знаете? И так игра
пиксельно. Я что, я сразу против босса зашел? Или это ретровидение все? Что происходит? Это ретровидение надолго со мной? Я тебя догоню. Вот против реального игрока игра. О, ретровидение закончилось. И бомб куча дали. Ну это такая игра старая. Как будто. Так, ну тут нет нигде ни крестов, ничего. Так что, чё мы? Мы сюда не идем. Куча бомб получили. Блин, вот здесь без нашего животного немного потяжелее будет. Потому что животное прям на транс шло. И тут муха, смотрите, она просто вот не дает двигаться. Опа, ну выйдите из камней. Тут их дофига, тут их просто море. Я так и не понял, что нам дало вот это ретровидение. Типа по приколу мы туда сходили, залутали камней. Ну, прикольно. Так, мухи, до свидания. Еще куча мух. Ну, давайте. Вылетайте. 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 Ты где? Опа. Какие же они наглые. Вы на них просто посмотрите. Это все равно было в моих планах, знаете. А сердце, тут же обычно еще сердце давалось. Ну, по крайней мере, как обычно, в прошлый раз. Вообще, давайте это тоже залутаем. И идем к короне, потому что тут нам что-то дадут. Труселя. Замаскированный ребенок. А, блин, точно, нас же не будут видеть. Слушайте, имба, как будто имба. Это мы точно возьмем. Ключ пока что даже не знаю. Смотрите, они видят. Ды-ды-дыщ. Нифига отлетел. Так, я снова не вижу камней с крестом. У нас вроде больше нет никакой другой комнаты. Как будто бы ладно, я бы еще бы ключ бы получил. Теперь мы отправляемся на босса, а на боссе наша невидимость, наверное, не будет видна. О! Нифига. Двойной босс. Это нормально? Они сами в своем говне запутались. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Да блин, как вы ходите? Не понимаю, куда по вам стрелять. Они, видимо, сами ничего не понимают. А у них ведь, я уверен, какой-то лор существует, что они не просто так вылезли. Интересно, что такое? С ними не так. А, уменьшается, уменьшается. Ай. Я тоже что-то не расту. Зато они ускоряются. По-моему, они реально ускоряются. Блин, я думал, что говно меня спасает. А оно наоборот, мне кажется, это наоборот оно сделано, чтобы мешать мне. Опа. Залутали. Скорострельность. Норм. ХП восполнили. 4 ХП есть. Отправляемся дальше. Что нас тут ждет? Подвал. Что, будем тратить ХП? Давайте потратим. Да нет, ну не ради этого же я всрал 1 ХП. Понятно. Да блин, еще и напоролся. Фиолетовая жижа. По имени муха. Что это такое? Не проглоти ее. А почему у меня маскировка не вылезла? Как будто не было ее. Опа, бомба. Опа, куча монет. Фасоль теперь в подвале.
Что это значит? Я не понимаю. Почему я опять не замаскирован был? Блин, там, похоже, я на выбор... А, почему, кстати? Реально, я не был замаскирован? Ай. Потому что, ну, не канон какой-то. Потому что у нас ведь есть эта детская фигня. Прочищая. Так, нам не к боссу. О, вот, смотрите, наконец-то. А Айзек какой-то? Почему у нас здесь куча мини-боссов? Мы ведь в это... Мы же уже не ретро. О, ты успокойся. Так, ну мы его уже почти пробили. Ты так не наплюй. Ой-ой-ой-ой. Да блин, опа. Смотрите, как я трачу хп. Просто так, на мини-жучках. Многоразовая дистанционная бомба. То есть у нас появилась активная способность, которым я не умею пользоваться. Смотрите, ды-ды-ды-ды-ды. Так, подождите. Я сейчас всру, потому что я не могу использовать свою... Так, ладно. Так, ладно. Подождите, я хочу еще один забег. Потому что я что-то не понял. Мне сказали, что на Q активная способность используется. У меня не было. Урон, ну скорострел... О, нифига. О, тут прям зажимать можно. Так, это мы сюда не идем. О. Пойдемте хп потратим. Многоразовый улей мух. Опять какая-то активка. Чё, хп, а? Мне не используется. Активка на Q не используется. Так, подождите, может быть не... В настройках? Нет, это не здесь делается, наверное. М-м. Я не знаю. Ой, блин. Нечаянно прожал. Ща как заноем вас. Ну что, у нас урон настолько просел дико. Эта скорострельность еще стоит того. Конечно, залпы у нас такие жесткие. Опа, и последний. А, это не последний. Опа. Пипец. Я бы даже бы не сказал, что нам что-то крутое пока что навыпадало. Может быть, я просто не шарю. Но маску... А, блин, я тупой. Мне же сказали, что маска на пробел пилюли на Q. Я глупый. И я не стыжусь этого. Все, ребят, я поумнел, пожалуйста. Извините. Опа. Опять вы. Тут давайте только без красного, я красного мне вообще не нравится. Ой. Опа, смотрите, мухи сами типа нападают и урон наносят. Теперь я понял, куда они пропадали. Опа, пробил. Еще пробил. Ну все. Тут что-то нам дадут? Ничего не дали? Вот, кстати, смотрите, с кам... Ну, с этим... С крестиком. Давайте разобьем, посмотрим. О, нифига. Еще соска. А, это другая уже. У нас так скорострельность дикая была. Слушай, это... К нам не подходить. Мы пушка. Глазная. Ну же. Все. О, боже, там что-то было. Бомба лишней не бывает. Теперь давайте в другую сторону посмотрим, потому что я как будто в другой стороне не был. А, не, я везде был. Ладно.
Сорян. Идем тогда на босса. Так, просто одну бомбу не хочу тратить. Опять они? Ну, здесь у нас как будто такая вот скорострельность уже хорошая. Как будто это может быть немного попроще. Блин, они такие быстрые. Я вообще не понимаю, как они будут... Ну, как они двигаются. В каком они направлении, главное, вот двигаются. Ну, как будто я их лучше доджить начал. Я вообще не даю шанса. Все, не дал ни шанса. Сюда. Скорость, скорость снаряда. Нас вообще снаряды дикие. Можно нам как-нибудь урон поднять? Алло, прошу. Так, отправляемся дальше. Что это значит? Аркада, нет, не хочу. Я в прошлый раз там сдох. Опа. Вот здесь даже не жалко нам с хп потратить, хотя у нас тут такое хп хорошее. Это мы типа, что такое? Какие-то пауки живучие. А, мы же хп почти не наносим, ну урон почти не наносим. А, жуткие бомбы. А! Зачем он это ест? Все, больше не даю. А, я почти сдох. Будь нежен. Все, что-то я ему столько хп надавал, мне же теперь стыдно. Нафига я это сделал? Ого. Блять, у меня бутылка в голове. Я еще кровоточу. У меня пол хп. Знаете, как вот я из дофига хп стал, ну, резко нулевкой. А, хп! Сдохни. Это нам надо. Я просто не понимаю пока что, что нам лучше использовать, а что нет. Я подбираю все, что движется. Не хочу кровотечение использовать, как будто оно мне сейчас опять это поранит. А, на исключение. Какая-то жесткая комната. Как будто... Я их тупо озвучивать начал. Да сколько хп, остановись. Ну зато пока нормально. У нас такая скорострельность нереальная. Мы как бы шанса не даем. Так, тут еще, да? Опа. О, ключ. Так, это куда у нас ведет? А, это мы отсюда и пришли. А здесь мы не были. Ого. Какие-то новые враги. Какие-то слизняки черные. У которых хп еще что-то дофига. О, ладно, нет, не дофига. Не, ладно, ну нормально у них хп. Довольно-таки много. Сто говно как разбиваем. Ну вот как вообще это? Убийцы говна. Босса открыли, на босс пока идти не хочу. А, здесь мы и были. Так. Мы все открыли? Мы в аркадах не были. Куча хп всрали. Давайте отправляться на босса. Монстро. О, нифига, я еще правильно завязал, как будто. Я понял, как тебя использовать. А, ты не в меня-то не попадай. Блин, у меня еще кровотечение. Давайте заноем, 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 заноем. А! На, на, попей. Ура. Мы будем жить. Собери их всех.
Кукуку. The Hanged Man. Чё? Two of Hearts, Two of Spades, Justice. О! Ладно. Это стоит того, как будто. Two of Spades. Смотри, тут как будто 2 хп, если мы еще 1 хп дадим демону, ок, норм. Как вы думаете, я просто, я вообще не знаю, что это такое. Хотя, блин, демон там еще много хп забирает, ладно, не пойдем. Блин, а вдруг это стоило бы того? Опа, все, залутались, отправляемся. Как будто много чего получили, но как будто мы до сих пор не сильные. Из-за нашей вот этой вот фигни, что мы ноем и ноем. Жестко. Но при этом урона не так много наносим или много? О. Опа. Ты тут не на того напал. Но тут нытики-то еще те. Опять. А! А! Он прям возле меня заспавнился, а я это не видел. Опа. Монета. Но мы летать-то не можем. 6 ключей. Дофига. Секрет. И какая-то фигня. Давайте возьмем секрет. Бомба. Восстановлялка. Ладно. Ладно, может стоить того. Просто я на больше уже не рассчитываю. Как этот сундук получить, я тоже не понимаю. Опа, мухи. Которые что-то все доджат. Да как это? Опа, ну хоть одна попала. Да блин. Научите пользоваться пушкой. Понял, понял. А почему они вообще наносят урон? Ладно, наносит. Окей, еще как наносит. Опять пушку всрал. Ой, ой-ой-ой. Самая глупая, ну нет, не самая глупая, но одна из самых глупых смертей. Ладно. 3 раза сыграли. 3 раза проиграли. Ну что, я не знаю, когда я выигрывать начну. Каждый раз у нас что-то новое, что-то необычное. Но в любом случае я рад. И буду на этом заканчивать это видео. Я надеюсь, что оно вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А с вами был Диктофон. Всем удачи и всем пока!